Всем привет! Сегодня я буду вам рассказывать тему «Дух Святой есть Бог». Дух Святой есть Бог. Бог разделяется на три части. Бог Сын, Бог Отец и Дух Святой. Они действуют по-разному, но вместе они единый Бог. Дух Святой имеет такие же качества, как и Господь, но действует он как Дух Святой по воле Божией. В Ветхом Завете Дух Святой действовал как Дух Божий и Дух Господень. В Новом Завете он действует как Дух Святой, помощник и утешитель. Послание к Евреям, 9 глава, 14 стих, написано: «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочно Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Дух Святой будет пребывать с нами до окончания века. Дух Святой действовал через царей, пророков и священников. Он был в Иосифе, был еще в первом царе Сауле и в Давиде. Дух Святой давал силу проповедникам проповедовать Слово Божие. Он помогал и направлял людей послушные и верные Господу. Благодаря ему Иисус Христос пришел на землю и исполнил волю Божию. Если мы слушаемся гласа Духа Святого, тогда мы слушаемся и Иисуса Христа. Нельзя никогда обманывать Духа Святого. Если мы его обманываем, значит, мы обманываем Бога. Со всеми прощаюсь. Желаю вам, чтобы вы никогда не угашали Духа Святого. Со всеми прощаюсь. Всем пока!